Ну что ж, ребятки, я подобрал очередную подборочку, сделал 37 игр от Доктора Панды. Вот они все, смотрите, сколько их много. Это Доктор Панда, детские игры. Не знаю, интересно или нет. Буквально пару раз играл, посмотрим, что сейчас получится. Все подряд поиграем. Тут сколько? 37 игр, если по 2 минуты, то есть час с чем-то выйдет выпуск. Я так посмотрю, посмотрим, как вообще пойдет. Ресторан 3 называется Доктор Панда. Первая игра, поехали, запускаем. В целом, прикольные игры, я не могу сказать, что плохие, вроде качественные. Сейчас посмотрим, интересные, неинтересные. Их очень много, они тут разные. Но нарисовано все хорошо. Вот это, по-моему, компьютерная графика даже, что сейчас вы видите. Вот. Я не знаю, кто разработчик Доктор Панда, по-моему, это китайцы. Я вот точно не уверен, конечно. Но они на китайский рынок, сейчас на китайском языке что-то делают. Я видел в магазине, я их не качал, их больше игр, но они на китайском все. Доктор Панда, Ресторан 3, вот графика такая вот на самом деле, очень хорошая. И у них, наверное, все игры платные были давно, я их покупал, не знаю. Сейчас какие-то бесплатные были. Так, какой-то у нас посетитель, это наш ресторанчик, да, получается. Пришел слоник, здравствуйте. Какой вам заказ оформить? Вот меню, берите, читайте, смотрите. Это мне меню или ему? О, смотрите, какой-то... Что это у нас? Паста какая-то или супчик? Не понял. Я сейчас будем ему готовить, походу. Загрузочки какие-то тут. Так, забрасываем. А что мы забрасываем? Пасту? Да. Забрасываем пасту в воду. Непонятно, кипящая она или нет. В не кипящую. Я всегда почему-то пасту в кипящую кидаю, насколько я помню. А может и нет. Нет, можно в любую же. Да-да-да-да. Просто некоторые только в кипящую, я знаю, кидают. Но это редко кто, мало. Это я так просто какое-то видео смотрел на ТикТоке, помню. Чувак говорит, надо кидать макароны только в кипящую воду. Я думал, что надо все так делают, только я не в кипящую. На самом деле это наоборот. Так, что это у нас тут? А что делать? Выбрать... А что выбрать? Типа начинку? Так, ну что, сосисочку хочу. Так. Три сосиски сойдет или что? Могу еще что-то выбрать? Я чуть не понял, просто мы сварили пасту, и дальше какой-то выбор непонятный был. Три сосиски. Ну, нормальное блюдо, я считаю. Мишленовский ресторан отдыхает. А это что такое? Фу, все пастой залили. Фу-фу-фу. Ну, я думаю, по вкусу нормально будет. Ой, а сколько здесь всего, посмотрите. Не, я буду так подавать, я не буду ничего перчить. Там соевый соус какой-то, лимонный. Лимонный сок. Не буду добавлять это. Давайте смотреть на нашего клиента, ну. Ой, как раз сбрызгал, ну что ж ты даешь-то так? Что ж такое? Так, ну а его как бы настроение давайте посмотрим. Вообще нравится, не нравится ему? Вроде понравилось. Одну звезду получили. Все? Уровень пройден. Ну, такая игра. На самом деле, там другие игры немножко другие будут. Это ресторан просто. Вот такая игра, она вроде неплохая. Дальше будут совсем другие игры, я смотрел. Best Time. Здесь мы вообще вначале я запускал ванну принимать будем. В этой игре. Доктор Панда. У них очень много игр, вот, как вы видите. Все, что не на китайском языке, я скачал. Тут есть и старые Доктор Панды, которые уже в магазине нету. Я их перекачал, потому что давным-давно их качал. Доктор Панда... Best time. Сейчас будем тут мыться, я так понимаю, да? Вот наша панда. Он в такой вот одежде ночной, ночнушка. Сейчас, походу, будем с него снимать. Сразу в стирочку забрасывать. Порошочек добавлять, смотрите. Ну, прикольная же игра, на самом деле. Еще что-нибудь постираем. Все, нажимаем кнопочку. Или что-то еще надо, подождите. Еще, может, немножко добавить. А, может, трусы еще с него снять? Нет, все, можно нажимать. Я добавил порошка просто, и все, заработало. Так, я думал, мы тут мыться будем, а мы тут стиралку ждем, пока закончится. Так, развешивать будем белье. А теперь время в ванну принять. Да, он в трусах будет, да? Или, подождите, или... Что это за кнопка? Не знаю. А, это чистить зубы, наверное, следующая стадия. Чистить зубы. Не, вернее, там, наверное, зубы надо чистить. Ладно, прыгай, давай, чё. Все, вода есть, выключай. Прыгай, прыгай. Уточку тебе туда еще. Не, походу, вот, воды надо было побольше. Я рано выключил. И в труселях купаемся.
А, все, что ли? Я нажал... Я, походу, рано нажал, там надо было покупаться, а я что-то нажал. Окей, все. Следующая стадия. А что сюда кидать, я не понимаю. Тут какая-то... Трусы, что ли, кидать? Или что мне надо кидать? Или фен положить? А, фен сюда ложить, окей. Так, а тут мы еще душ можем принять. После ванны еще душик. Ой, холодная, теплая. О, хорошая, хорошая водичка. Давай, давай. По-моему, тебя очки ты не снимаешь, я так понимаю. Так, немножко намылим тебя. Ой, красота. И мочалочкой. Ой, хорошо, панда. Ой. Все, завершили. Хорошо, помылись, вытерлись и идем смотреть третью игру. Из 37, да? Я уже забыл даже, сколько их там у нас. Выбор огромный. 37 игр. Следующий рейсер с гоночки. Это все Доктор Панда. Тут миллион игр. Я не знаю, правда, продолжительность какая у них. Что они там повторяться начинают. Но пока видите, каждая игра уникальна. Вначале ресторан мы там что-то готовим. Теперь вот принимали ванну. А теперь вот и гоночки будут, смотрите. Вот, у нас даже зрители тут есть. С какой-то кошечкой мы заезд сделали. С кисочкой. Кисулей. Так, машинка у нас. Выбор есть какой-то? Вот такая, да? Походу выбора нет. А, нет, подождите, я тапнул два раза. Может быть, поменяют? Не, не поменяли. А, хотя подождите, вот, можно поменять и новую машину сделать. Так, вот такую вот. Это что у нас? Так. Я не понимаю, что я делаю, честно говоря. Но я вижу, что улетную тачку я сделал. Смотрите, какая улетная тачка. Цвет синий или красный? Давайте красный, как Феррари Михаэля Шумахера. Маранелло. Так, повернуть можно? Что-то неравномерно как-то, подождите. Неравномерно. А здесь давайте синий. Двухцветное будет. Вот. Сейчас модно так делать. Так пусть и будет. Даже три цвета. Еще какой-то желтый остался. Все, теперь тачка готова. Мы можем выезжать. Поехали. А, помыть надо ее. После чего? После ремонта? После гонок, что ли? Мы же еще, я думал, на гонку только едем. Ну, может, перед гонкой надо помыть, не знаю, какие-то правила. Правда, что там гонщику сидеть, вот. Надо слазить машину, наверное. Сиденье все мокрое, там, протереть надо. Ладно, поехали, гонки гонками. А мытье по расписанию. Так, ну что, пристегнуть ремни, ого. Давно я не видел игр, где ремень надо пристегнуть. Особенно детские такие. Десяточка, это что, скорость, я не понимаю. А, здесь нельзя быстро ехать в повороты, видите? Тебя может занести. Вот я быстро еду. Короче, тут игра, где надо просто тормозить в поворотах. Правда, я трассу не знаю, каким образом я должен тормозить в поворотах, если я даже не знаю, что впереди меня ждет. Смешно вот это сделано, конечно. Какие-то трюки я еще делаю, смотрите. Так, все, на пятерке едем, не превышаем скоростной режим, даже в гонках. Будем ехать нормально, нас никуда не вынесет. Сколько тут кругов, не знаю, а это, наверное, у нас... Это у нас сигналка. По сигналям. Ну, все, наверное, доедем уже. Финал, финиш, победили. Вот такая вот игра Доктор Панда Рейсинг. Все рады, мы победили. Ура, ура, ура. Ура, ура, ура. И новую деталь для тачки открыли. Далее у нас супермаркет. После победы мы получили деньжата, и их надо потратить. Правильно, правильно. Идем в супермаркет. Покупать всякое барахло ненужное. Всякую дрянь, чипсы, всякие газировки вредные. Все вот это сейчас закупим. И будем рыгать, сидеть, употреблять и потом рыгать на диване. Все как надо. Так, ну что, у нас овечки закупаются сегодня, да? Или что? Что мы должны делать тут? Поехали. Приехали овечки. Так, а, это надо... Надо проход открыть. В магазин заблокировали все. Либо собрать все вместе в паровозик такой. Да, и все, вернуть обратно в магазин.
Есть целая позиция в США, работники, которые только этим занимаются в больших супермаркетах, все тележки гоняют туда-сюда. Вот такая у них работа. Ну что, руки качают, ноги качают, мышцы качают. В общем, такая работа. Ну там, не знаю, какая там зарплата, честно говоря. Давайте играть тут. Что мне надо делать-то? И поэтому они, в общем, и уехали. Пятая игра. Panda Classics. Здесь типа несколько игр или сколько-то внутри одной игры. Что-то запускал. Но я так и не понял, сколько. Доктор Panda. Доктор Panda. Так, play offline. Play offline. Пофиг. Я думаю, сможешь играть офлайн. Так, play нажал. Так, у нас есть кафе. У нас есть аэропорт. А нет, аэропорт закрыт. Что, только кафе есть? Ну ладно, давайте. Все, что открыто, то играем. Кафе. Так, сидят тут в кафешке. Ребятки разговаривают. У нас кафе. Доктор Панда называется. Кто бы мог подумать. Так, и что у нас? Кофе мы какой-то несем кому-то, да? Вкусненькое. Ароматное. Сейчас будем обслуживать наших клиентов. Так, садитесь, пожалуйста. Проходите. Какой столик вам? Давайте второй. Так, садятся они, значит. Сейчас будут говорить, что им надо. Так, пожалуйста. Мне нужен какой-то там чизбургер, да? А, надо выбрать и найти, что им надо. Вот, вот это. Все правильно. Так, а мне нужен чаек. Хорошо, все. Окей. Будем сейчас делать это или как? Номер два. Так, мы будем их обслуживать. Так, нажимаем. И пошла другая мини-игра. Так, ну что, сэндвич, чай. Чай у нас как делается? Вначале чай, да? Здорово. Так, кипятим воду. Так, так а где кружка-то? Закипятили и что? Кружечку дайте. Во. Так, теперь какой он там хотел? Вот это, наверное, вариант. Все. Чаек готов. Вкусняшку какую-то дать к нему. Ну, не знаю, печенюшка, наверное, это. Берем. Все. Дальше сэндвич пошел. Сэндвич у нас где делается? Так, вопрос, где делается сэндвич? А, я что-то не понимаю. Тут какие-то вкусняшки. А, здесь тоже какая-то пицца. Подождите, а как делать... Сэндвич. Сэндвич как делать, ребята? Кто понимает? Не знаю, что нажимать. Давайте здесь просто нажмем. Не знаю, что это такое. Может, тут без разницы, что нажимаешь? Ну да, тут вот просто сэндвич дают и все. Он готовый, кстати. Я думал, тут надо делать. Это что, на две части разрезать, да? На две части. Добавим еще что-то. Что это? Я даже не знаю. Что это за штучка? Орех, что ли? Все. Первые клиенты сегодняшнего дня обслужены, довольны. И, надеюсь, оставят чаевые, потому что я старался, готовил для них вкусняшки. Вам чай, а вам сэндвич, пожалуйста. Наслаждайтесь. Так, все, следующие клиенты, это уже следующий раз. Дальше у нас фарм, ферма. Шестая игра. Ну что ж, ферма теперь у нас. Поехали смотреть ферму. Видите, каждая игра все по-разному здесь. Прям охват полный. Теперь ферма. До этого там еще что-то мыли кого-то. Там какой-то ресторан был, кафе, еще что-то было, уже забыл. Так, что здесь? Мы нажимаем сюда, наверное. Пчелка. Так, здесь будем строить или уже построили что-то. Так, говорит, батон нужен. Так. Батон. Нажимаем, что будем ему батон готовить или что? Печка тут будет. А, выращиваем вначале. Выращиваем, собираем все. Садим новые семена. Так, то что? Все готово. Все сделали. Тут у нас теперь ветряная мельница. Сейчас перемолотить будет. И потом мы хлеб, короче, сделаем. Здесь полный процесс, заметьте. Полный процесс производства хлеба для нашего клиента. Музыка играет.
Чё там мельница? Следующая часть когда будет готова? Или мне больше надо? Мне просто, может, семян больше надо, чтобы этот хлеб сделать? У нас, по-моему, их уже много. А, вот, надо пальцем покрутить. Ну, кто бы мог подумать. Смотрите, крутим. Так. И здесь будем сейчас, смотрите, делать тесто. Из теста делаем хлеб. Вон, пошла выпечка, пошла туда. Кот носит все это дело. Тут пальцем я, короче, кручу. Верчу. Мельницу эту. И мы сейчас там делаем хлебушек свежий. Для всего города. Все ждут вкусняшек. Сейчас придут в магазин, и там будет свежий хлеб. Так, дровишки, смотрите, надо подбросить было. И все. И у нас уже сколько там надо всего? Хлеб, батон, наверное. Что это еще здесь делаем? Короче, полная кооперация у нас. Все, пошла доставка. Хлебушка. Первым клиентом. Вот он, первый хрюн. Клиент. О, еще сколько клиентов пришло. А, нет, один только. Мне показалось. Ну что ж, все. Держи, держи. И так далее. Понятненько. Тракс, следующая игра. Тракс, тракс, тракс. Смотрим, что у нас здесь. Тракс. Гоночки какие-то на траках, что ли? На строительной технике. Так, у нас будет вот, сейчас будем разрушать дом, представляете? Панда сейчас будет рушить все на своем пути. Нажимаем ехать сюда. И начинаем управлять. Вот так поворачиваем. Готово. И бахнули. С одного удара картонный домик разлетелся. Да, 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 да. Далее. Что ты хочешь тут? Так, это что? Подержать палец. Собрали что-то. Это типа золото или что? Что это? Что это такое? Едем сюда. Все. Прошли испытания. Обучение. Сейчас начнется серьезная игра. Серьезный геймплей. Так, что-то здесь надо забрать. Доставочка у нас. Смотрите, нам сбрасывают все. Сейчас мы это куда-то повезем. Блок втаскивать. Ой, ой, ой. Прям Майнкрафт начинается какой. У нас тут 12 блоков. Даже больше. Не 12, 18. И даже больше падало, но мы уехали. Может быть, еще поместилось. Так, выгружаем самосвал. Так, и у нас тут целое здание уже строится. Смотрите, как все красиво. Строим, строим, строим. Дальше у нас едет следующая техника. Это у нас типа кран такой, да? Надо что-то взять. Так, бери. Бам. И везем это. Что это такое у нас? Крыша, что ли, какая-то? Походу, да. Походу, крыша. Да, да. Такое накрытие. Тут-ту-ту, нам говорят, можно так со всех сторон все смотреть. Игра тут не 3D, а 4D. Так, я хочу посмотреть. А что вот это такое? Вот это он подберет, это что такое? Не знаю, какой-то блок, короче, поставил. Хорошо, понятненько, о чем игра. Ice Cream Truck 2. Здесь у нас мороженщик, значит. Мороженщик, вторая часть. Первую я, правда, не видел, но тут уже вторая. Давайте смотреть. Так, что мы делаем? Не знаю. Что-то делаем. Play. Какая красота. Пляж, хорошая погода. Кошечка с нами такая, няшка. И мы что-то должны сделать. Что это? Что это такое? Надо... Надо правильный ингредиент взять, найти или что? Не знаю, я орехи взял. Короче, пасту арахисовую делаем. Или что? Так, что дальше?
Не понимаю еще, что происходит, но что-то... А, это мороженое, наверное, было. Это все замороженное. Теперь шоколад. Банан, например, делаем. Делаем так, делаем... Короче, да. Теперь это у нас получается банановое мороженое. Короче, как-то так. Так, ну что, давай. Кушай. Оп. Оп. Ой, сколько тут поместится вообще? Это все твое мороженое. Ничего себе, сколько тут всего. Ё-моё. Это на одного человека? Тут еще какие-то вкусняшки можно посыпать. Бам-бам-бам-бам. Еще что-то, короче, вообще жесть. Сколько тут калорий? Тут я вообще обжираться и обжираться. Вот 10 человек может это поесть. И зонтик сверху еще такой. Все, и на пляж это все. Но он, блин, растает за 10 секунд. 10 человек это есть должно. Короче, можно фоткать и играть дальше, я так понимаю. Все понятно. Идем дальше. Доктор Панда. Просто Доктор Панда. Название не поместилось, видимо. Сейчас посмотрим, как же эта игра называется в реальности. Доктор Панда. Play offline. Доктор Пайда. Firefighters. То есть это пожарники. Так, это рисовать доктор. Давайте поиграем в доктор. Today we are going to help nurse Olette in the hospital. Come on, let's get going. Так, ой, какие инструменты у нас. Сейчас будем искать. Это у нас фонарик. Правда, не знаю, где такой фонарик используют. Доктор. Пластырь. Термометр. Термометр. Отоскоп. Отоскоп. Это для ушей. Так, дальше что? Правильный X-ray, он спрашивает, где. Ну вот это, наверное, правильный. Так, что-то у него сломалось. Восстанавливаем ему косточки. Переломчик был небольшой. Так. Ой, это ж карандаш, подождите. Вот термометр. Так, сколько у тебя? Сколько там? 36,6? Так, бананчик, кушай, кушай. А это микстурка какая-то. Банан, что остался? Банан, ты что за глюк? Банан прилип к лицу теперь. Да, у него что-то не то с лицом. Так, это что? Посылочку прислали какую-то за это, что я все кого-то вылечил. Так, что еще? Колоринг. Ну, давайте еще порисуем. У нас есть Apple Pencil. Рисовать очень легко. Ну, давайте. Что тут делать? Бам. Рисуем. О, красота. Дальше следующее, что у него рисуется? Все остальное другой цвет. Двухцветный, короче, персонаж. Все. Это у нас ленивец, по-моему, да? Ленивец, он реально ленивец. Правильное название, соответствует. Так, а теперь сделаем супер крутые цвета. Необычные. Нет, подождите, здесь уже другой хочу. Цвет. Вот, а здесь еще один. Так, и здесь еще один. Вот такая красота. Понятненько. Идем дальше. Town Pet World. Смотрим, что это у нас. Доктор Панда. Доктор Панда. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Pet World. Play. Play, play, play. Так, сюда, походу, нажать надо, да? Тут-ту-ту. Что это у нас? Тут аттракционы, мы заведуем ими или что? Что делать? Кто подскажет? Первый клиент, смотрите, подходит сюда. Все, его пропустил без билета даже. Пусть покатается. Во, главное, ремень пристегнут, видите. Так.
А, ну здесь такая игра, можно просто всяких персонажей поставить и смотреть, как они тут будут что-то делать. Вот покатать их, например, можно. Котика какого-нибудь еще поставлю. И этого все достаточно. Так, давайте сюда. Сюда. Катать можно их тут, аттракцион. Дальше что-то еще тут будет. Продолжение внутри. Так, к сожалению, закрыто. Игра требует, чтобы я, наверное, денежки заплатил, видите. Не хочет, чтобы я играл в эту игру. К сожалению, да. Контент не весь доступен. Ну, что доступно, то можно использовать. Так, здесь можно покататься. Тут. Так, панда, давай, покатайся тут. Блин, что, не влазит, что ли? Реально не влазит? Один? Нет, это не для него. Он, наверное, потому что тут главный владелец, он сюда не хочет. Для детей, наверное, потому что по размеру не подходит. На поезде куда-то поехали мы, в путешествие. Ну, тоже все закрыто. Ладно, посмотрели. Дальше у нас Доктор Панда Town Vacation, отдых. Сейчас будем на отдых поедем куда-то. Посмотрим, как это все смотрится. Куда же мы поедем? Наверное, пляж будет. Красивый песок. Чистая вода, голубой океан, vacation, поехали, vacation. Так, что мы тут видим? Какой-то штурвал, можем смотреть, как тут кто-то плавает, просто куда мы едем, типа, давайте сюда поедем, на какой-то пикник в палатках. Так, понятно, это все закрыто. Теперь надо гадать просто, что открыто. Можно тут как-то узнать? Так. Ну вот столько всего, а что открыто, вопрос. Сейчас это тоже закрыто. А как поиграть в эту игру тогда, когда все закрыто? А, подождите, это снова игра запустилась или что произошло? Доктор Панда. Другая игра запустилась, реально? Да, это реально другая игра запускается. Короче, не надо нажимать ничего. В этой игре много других игр, но они увидят, что у меня на iPad они установлены, запускаются. Блин, как-то так сделано. Непонятно, короче. Непонятно, как играть. Давайте play, может быть, что-то еще поиграем. Это ж непонятненько ничего. Написано спа. Погнали в спа. Контент будет? Закрыто. Блин, это игра, где ничего нету. Ладно, нету, так нету. Идем дальше. Town Mall. Следующая у нас игра. Может быть, здесь контент завезли. Доктор Панда. Play. Так, ну что, идем в магазин или что это? Да блин, опять закрыто. Что-то одни игры пошли, где все закрыто. Я, может, что-то не понимаю. Может быть, тут надо что-то играть, а я куда-то захожу не туда. Тут, может быть, вот так надо играть, типа. Контент вот такой. Сейчас опять закрыта будет зона эта. Да, вообще ничего не поиграть. Блин, сколько таких игр сейчас будет? Типа накачал, что-то не то. Подождите, вот это если нажать. Может быть, тут будет показано просто, что открыто, что нет. Нет, ничего не показано. Да, походу тут много таких игр будет. Так, ладно, ну давайте попробуем здесь что-то сделать. Уже можно играть? Едем наверх по элеватору. Так, поднялись наверх. Что у нас тут? Почта. Почты нету. Тут Тетрис кто-то играет, смотрите, на заднем фоне. Можно поиграть в Тетрис. Так. Тут какой-то волшебник, фокусник был, я так понимаю. Может держать она, да, шарики? А можешь несколько? Не, много не умеет она держать. Здесь можно, кстати, что-то попеть, наверное. Давай ей микрофончик дадим. Держи. Не хочет. А, тут еще девочка какая-то. Ну, почитай что-нибудь. Я боюсь тут нажимать что-то опять будет. Контент недоступен. Поэтому не понимаю, что делать.
А что вот это за кнопка? А, тоже добавлять всяких персонажей. Короче, это такие игры, я понял. Как до этого я играл Тока-Бока, помните? Тока-Бока, вот, похоже, все это. Понятно. Идем дальше. Town Tales. Вот мы еще запускали эту игру через другую игру. Какие-то сказки. Сказки, городские сказки, короче, рассказы. Так, ну здесь вроде открыто, наконец-то. Я вижу иконку, которая показывает, что что-то открыто, походу. Ура, да. Тут какие-то подарки нам дают. Смотрите, сколько подарков. Что с ними делать? А, он их, смотрите, он сортирует их. Так. И нам что-то досталось. И второй подарок. Цветы. Цветы дадим девушке. Это же девушка. Современная девушка. Они так выглядят. Не пугайтесь, ребята. Сейчас такое стильно, модно. А в руке вот это потом другой. Да, подходит все. Игра именно об этом. Так, что здесь? Здравствуйте. А что вы тут делаете одна? Непонятно. Тут столько много разных конвертов. Это почта какая-то? Или это подарки отправляют? Походу, подарки. Интересно, а что так много конвертов? Это поздравительные, что ли? Туда подарок не попадет никуда. О, можно сюда закинуть, смотрите. Оп. Открыли. Закинули. Вот сюда, наверное, закинуть надо. И закрыли. Все, отправиться. Так, это продавец. Что они тут делают, не знаю. Клиентов нету, никто не хочет ничего покупать. Здесь какая-то полка огромная, можно хранить, что непонятно. Прям все подряд. И цветы, и чувака можно туда, наверное, закинуть. Так, с этой стороны какие-то игрушки. Их очень много, и какие-то роботы ходят туда-сюда. Здесь надсмотрщик сидит, смотрит, чтобы никто не проехал, тут не заехал. Короче, вот такая игра. Можно добавить сюда, как обычно. Миллион персонажей. Доктор Панда, там не знаю, как их зовут. Прям всех можно добавить. Места хватит для всех. Вот они все. Все. Дальше у нас Toy Cars. Доктор Панда Toy Cars. Так, что у нас тут? Жмем на первую иконку. У нас тут целый город. Смотрите, заправить бензин можно. Заправляюсь, кстати, видно. Он идет. Заправились мы. Так, это можно бибикать. Так, куда едем дальше? Он снова заправляется, случайно нажал. Куда ты заправляешься? Там уже бак полный сейчас выливаться будет. Скорая помощь, мы ее пододвинем. Покатаемся здесь по всему городу. О, здесь можно подстричься, барбершоп. Так, жители есть. О, здесь полиция какого-то преступника ищет, смотрите. Может быть, мы его найдем и привезем к нему. В полицейский участок к ним. Так, какой-то хрюм здесь что-то делает, непонятно. О, чувак, он, может быть, застрял, я его на дорогу назад. Хоп. Здесь бывает поезд ездит, еще один барбершоп какой-то. Весь город от барбершопа, что ли? Так, а сюда можно? Здрасте. А за этого тоже можно играть? Какие-то камни он ищет. Разноцветные, не знаю, что это имеется в виду. Мне надо находить места, наверное, куда им надо ехать. Тут можно купить, поезд будет ездить или еще что-то, не знаю. Камни, камни. Я пока камни... О, кто-то плачет, подождите. Кто-то плачет. Скорая помощь нужна была. Но что-то все исчезло. Поздно, наверное, приехал. Ну, короче, такой вот городок. Ту-ду-ду-ду. Вот скорая помощь. Можно ее взять было вот так просто пальцем. И привезти сюда. Но уже поздно. Видите, я приехал, уже там исчезла девушка, которая плакала. Она вызвала скорую помощь, но никто не приехал, в общем. Ну, что это такое, видите? Разноцветные коробки какие-то. Что это значит? Можно в другой город ехать? Тут, походу, дорога какая-то. А вот разноцветные эти. Сейчас загрузит нам, смотрите. Поехали. Куда ехать только? Я без понятия.
Нас загрузили, а куда выгружать-то? Тут пожарники, тут полиция. Мне на склад какой-то. Может, сюда? Может, сюда, да? Не? Не, не хочет выгружать, не знаю, куда ехать. Ладно, посмотрели я достаточно. Swimming pool. Плавательный бассейн. У нас дальше. Сейчас плавать. Плавать, плавать, плавать. Swimming pool. Так, о, я в эту игру играл, помню. Сейчас тут заходят, мы будем мыть их. Ой, такие красотули заходят. Так, душ принимай. Все, мойся там, чтобы не подсматривал. Здесь можно переодеться будет. Так, надо было намылить, подождите. А, ну мыло работает, все нормально. Так, полотенце надо взять, вытереться. Вытерся. Теперь надо что-нибудь примерить. Шапочка. А, платье или там одежда какая-то, все. Следующий клиент. Подождите. А, надо помыться и еще волосы высушить вот здесь. Видите, фен. Все. Все, пусть моется. Этот клиент уже готов. Также еще и можно что-то поменять. Вот тут нажать, новую локацию нажать, посмотреть, куда-то еще сходить. Здесь вот тоже можно. Игрушки всякие. Побулькаться здесь, посидеть в бассейне, в воде. Нажать, больше воды залить сюда. А вот наши персонажи, можно их просто сюда кинуть. Они будут играться с игрушками. Принимать ванну, так сказать, бассейн. И их водой можно обливать, смотрите. Бананчиком кину еще. Они, кстати, бесконечные, походу. Мороженое еще. И следующее появилось. О, этот успел съесть, кстати, даже. Ясненько, вот такая игра. School, следующая. Школа. Давайте посмотрим, что за школа. Едем, едем, едем. Приехали в школу мы. Такая школа красивая, но небольшая, мне кажется. Школа. Play. Поехали, уроки начинаются. Звенит звонок. Так, мы приехали? Или мы... Это водитель, что ли? Нам сюда, да? Так, кубок, смотрите, за что-то дали кому-то тут. Награда. И тут класс, где рисование будет, я так понимаю. Можно пойти порисовать. Сейчас будем рисовать. Или что тут? Где тут рисование? Непонятно. Кто тут рисовать учит? Ага, вот. Тут можно смотреть, что мы делаем. Домик какой-то. Треугольнички. Ну, давайте домик сделаем. Треугольник раз... Второй треугольник нужен. А где второй? Вот он. И, наверное, вот эта штука. Раз, два, три. Вот. Теперь у нас есть домик для птичек, я так понимаю. Скворечник. По-нашему. Правда, куда его нести, не знаю. Давайте посмотрим. На улицу можно выйти здесь как-то? Не, нельзя. Здесь можно руки помыть. А это что такое? Непонятно. Тут аптечка. Помыть полы можно. Подмести все. О, этот чувак здесь нарисован. Это он. Это точно он. Похож. О, Мона Лиза. Картина. Так, ну-ка, звонок. Все. Перемена закончена. Быстро назад. Темно стало. Можно закрыть. Свет можно включить, я его выключил справа. Вот так. Понятненько. Игру посмотрели. Дальше у нас Firefighters, пожарники. Будем спасать всех. Тушить пожары.
Давай открывай дверь. Ворвались они, файтеры, слон, панда и обезьян. Поехали играть. Так, какая машина классная. Ну что ж, можно выезжать или ее надо там заправить, что-то сделать? Ох, можно со всех сторон посмотреть. Смотрите, какая красота. Кабину посмотреть. Накачивает колеса, смотрите, панда. И сейчас поедем. Спустила передняя. Передняя левая. Так. Так, вызов, ребята. Ну, ясно. Такая игра. Идем дальше. Ресторан Азия. Ресторан Азия. Азиатский ресторан. В общем, у нас будет сейчас всякие там китайские блюда. И не только. Японские. Все такое корейское. Так, что у нас? Ой-ой-ой. Китайский ресторан. Открывается. Так. Красота внутри. Я уже вижу. Так, что делаем? Ждем первого клиента, да? Здравствуйте, проходите, пожалуйста. А где столики у вас? Да вот один стол специально для тебя. Ты же много есть хоть хочешь. Суши он заказывает. Ну что ж, суши так суши. Погнали готовить. Самые свежайшие сейчас будут готовые. Так, ну что ж, рис вначале мы заворачиваем. Hello. Вот так. Оп, вначале вот. Оп. И специальной штучки такой будем заворачивать. А, еще чуть не забыл, нужно еще один ингредиент, наверное, добавить. А, я вначале рис надо, подождите, рис еще ровно сделать. А теперь вот так. Добавляем ингредиенты. Не знаю, что я добавляю. Что крутится, то и добавляю. Ой, рыбка. Блин, что-то ничего нельзя взять. Креветка. Все, готово. Оп. Вот, получился ролл у нас. Теперь осталось его разрезать. А что не режется? А, типа большими кусками только. Мелкие, как я хотел, нельзя в игре. Типа побольше надо. Так. Что это, сушки? Какие-то они не очень аппетитные, судя по виду. Винегар, соль, перец. Это я не знаю, что. Приправа какая-то. Винегар. Да, короче, и уксус добавил даже. Короче, все. Подаем наше блюдо. Сейчас посмотрим его реакцию. Правильно ли я сделал сушки-то эти? На картинке у него какие-то другие были. Ну-ка, смотрим. Пока вроде нравится. Здесь, наверное, нет в этой игре такого, что ты увидишь, что не понравится. А, нет, смотрите, что-то не понравилось. Короче, ерунду какую-то сделали. Все, больше он к нам не придет за добавкой. Далее у нас Mailman. Это у нас почтальон. Значит, будем сейчас почтальоном разносить почту по всему городу и не только. Может развозить, не разносить. На машине, может быть, ездить. А, вот. На велосипеде электрическом, возможно. Доктор Пандас Mailman. Называется игра. Давайте смотреть, что за игра. Hi. Здорово. Так, здесь у нас что? Какие-то мута сейчас в данный момент. Это что такое? Типа конфетки какие-то? Сейчас посмотрим, что ехать. Блин, я какую-то кнопку нажал, походу он назад вернулся. Hi. Нет, погнали ехать. Я уже въехал. Надеюсь, сейчас можно ехать. Без... Ну, посылка сохранилась. Нет, посылка... А, да, есть посылка. Хорошо. Так, ну куда ехать-то? Куда ехать? Это, конечно, вопрос. Ну, едем, куда глаза глядят. Карты здесь нету в этой игре, я так понимаю. Hello. Если бы была, было бы видно, уже бы сказали мне. Как ее включать? Так, здесь что-то сверху непонятное. Какая-то белочка меня вот сопровождает спереди. Ну, в общем, такая вот игра. Далее. Тото. Что такое Тото, не знаю.
Тото. Доктор Панда Тото? Или это не Доктор Панда? Нет, это Доктор Панда. Видимо, какой-то персонаж Тото. Посмотрим. Так, второй Доктор Панда, давайте. Был ресторан третий, Панда, да? Сейчас второй. Надеюсь, и первый тоже я взял какой-то, может, был. Сегодня все посмотрим. Выпуск, конечно, долгий. Но чё? Надо когда-то и долгие выпуски делать. О, тоже в эту игру играл. Что-то вот эти все старые я вспоминаю, что были. Тоже пропилывали эти. Что-то я там высаживал одного, потом сам мог садиться. Что-то такое мы делали. Капитан остается. Это у нас гости, мы никуда не уплываем, а к нам гости просто пасту заказывают. Идем сразу в ресторанчик готовить вам пасту. Самую вкусную. Выбираем какую. Ну, давайте вот эту. А, подождите. Не, надо было синюю, там же нарисовано сверху, по-моему, было бы там. Что надо синюю. Хотя пофиг, мне кажется. Как у пасты паста. Если у вас плохая паста, это плохо. Надо всегда, чтобы было качественное. Так, процеживаем. Хорошо. Так, процеживание завершено. Я на одного готовил, походу, да? Потому что со мной никто не живет. Дальше, что он еще хочет? Так. Нет. О, вот это подходит. И это. Все, я думаю, достаточно. А то слишком толстый он. Надо меньше есть. Так, ну что, сейчас будем на тарелочке раскладывать. Ну, прикольно, вот это мне нравится, как выглядит все красиво. Так все прави. Ну, короче, вы поняли. Так, запекать или варить. Тут несколько видов, вариантов. Что делать? Так. 5 секунд всего лишь. Ух, разогрелось-то как. Все ради одного какой-то штучки маленькой. Столько тепла набирать. Так, что еще? Ну что еще тебе надо, алё? Походу все, дальше никуда я застрял. Доктор Панда Хоум. Что-то для домов будем делать. Для дома. Или дома просто будем находиться. Сейчас посмотрим. Ага, уборка дома будет у нас. Ну ладно, давайте убираться. Доктор Панда's Home. Так, что у нас тут? Интересненько. В дом идем. Так, нужно убрать вещи, еще что-то и зубы почистить. Так, я вижу тут отпариватель или это пылесос какой-то. Так, переоденем мадам нашу. Ой, это ужас какой-то. Во, вот так же. Это же для уборки мы одеваемся, правильно? Она же будет убираться. Так что правильно все одели мы. Так, разобьем копилку. Там, походу, деньжата. А, нет, у нас ничего нет по нулям. Нечего разбивать. Так, что делать-то? Тут дом. А, вот что, можно вращать и просто видеть все. Ну, давай, Хрюшка, зубы почистим, что ли? Да, зубы у тебя не очень. Ну-ка, почисти, побелеют они немножко. Давай. О, другое дело. Сполоснуть и все. Так, на туалете посидеть можно? Какой-то скучает. Что с ним сделать можно? Так, ключи он наш потерял. Ну-ка, где твои ключи? Так, что-то не вижу. А вот брелок с ключами. Все. Нашли мы. Собирай, бери. Хрюшка, что у нас там в копилке? А, ничего, что я нажимаю каждый раз. Ладно, идем дальше. Игра так себе. Доктор Панда Bus Driver. Водитель автобуса. Неужели мы будем реально водителем автобуса? Давайте смотреть. Bus Driver. Слоник встречает панду. Заходит сюда. Присаживается. Какое же место? Давайте здесь. Давайте там. Все. А я теперь буду управлять автобусом. Ну, как управлять? Хотя нет, что-то я делаю. Влево-вправо могу. Я, кстати, в эту игру, походу, тоже играл. Неплохая игра, на самом деле. Она, учитывая, что вышла очень давно, тогда, когда она выходила, таких игр немного было.
Да сейчас она кажется так себе, потому что много кто сделал такие игры, клонировал, так сказать, скопировал все. А тогда особо конкуренции не было. Доктор Панда была такая игра уникальная. Так, ну, заправляем дизелем или бензином, не знаю, какое тут топливо. В общем, заправляемся до отвала. Направились. Номера у автобуса 80-89. П. Давайте максимальную скорость тройную. Правда, не знаю, чем отличается. Он все равно очень медленно набирает скорость. А здесь что? А, вид еще, смотрите, с кабины можно. Можно повернуть направо. Можно щетки включить. Или я включил их, да? Так, аккуратно. Переход. Надо остановиться, пропустить всех. Только потом ехать. То мало ли, что кто-нибудь выскочит, а потом всю жизнь в тюрьме будете сидеть. За что кого-то сбили. И поэтому аккуратнее, аккуратнее, ребята. За автобусом вы или на обычной машине. Разницы нет, надо всегда быть внимательным за рулем, ребятки. Даже если вы устали, всегда. Так, здесь у нас что будет? У нас здесь, походу, будет мойка. Да, машина у нас грязная, вернее, автобус. Следовало бы его помыть. Это не автоматическая мойка, походу. Не автоматическая. Ну, какая есть, что сказать. Какая есть, такую используем. И с этой стороны. Ой, все, смайли, хорошо. Что-то еще? Следующая остановка. Валики такие будут сейчас вращаться. С одной стороны и с другой. И чистить. На самом деле царапают машину очень сильно. Лучше бесконтактную мойку, чем такую брать. Такая мойка не очень хорошо скажется на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля. Все, все утилизировали мы. Хорошо, дальше у нас Доктор Панда. Аэропорт. Похоже, что это аэропорт был. А тут отдельная игра. Отдельная игра. Смотрим, что же у нас тут. Здравствуйте. Что нажимать? Доктор Панда. Аэропорт. Аэропорт. Так, прибыли мы с багажом или улетаем. Чекпоинт. Что надо сделать? Проходите. Чекпоинт. Чек-ин. Все, остановитесь. Все стали. Так, паспорт. Надо пробивать. Бам. Подождите, куда надо? Бам, сюда. Далее у нас вот такой паспорт. Пробиваем. Хоп. Так, тут в виде панды, в виде лапки панды. И у нас макака, это у нас Monkey, Country America написано. Страна Америка. Все, прошли мы проверку в аэропорту. Еще дальше будем взлетать. Так, что у нас? Прилет или улет? Непонятно. А это что такое? Это мы в это звоним кому-то, да? Нужно когда кого-то дозвониться, и мы монетками это все делаем. Все. 0-2-9-6-4-830. Звонок пошел. Алло. Алло. Ну, вот такая игра. Понятно. Хоспитал. Госпиталь. Опять похожая игра уже была, но она отличается. Давайте смотреть. Госпиталь, доктор Панда. На вертолете кто-то мчится. Садится на крыше госпиталя. Присаживайся. Доктор Панда's Госпиталь Плюс написано. Типа продолжение, что ли? Так, первый этаж, где у нас доктор Панда. К нам. Тут кто-то обратил. А, вначале надо все инструменты положить. Увеличительное стекло даже используется. Так. Так, это сюда. Фонарик. И как вот это называется, не знаю, кстати, инструмент, устройство, не знаю. Измеритель там, не знаю, слуховой аппарат, или как он может называться. Так, так, ну что, у нас панда приехала. Ой, какая панда. Вы поняли, у нас приехала
обезьяна, ей плоховато, сразу положили ее в палату, мусор мы убрали, чтобы палата была в хорошем состоянии. И кровать в виде тачки тут используют для детей, чтобы им не так было страшно быть у доктора. Так, что-то мы не держим, подождите. Я быстро, наверное, подымал. Собираем все. Ой-ой-ой-ой-ой. Окей. Монетка. Отлично. Отлично, госпиталь. Все, спасли. Спасли мы манки, обезьянку. И дальше у нас Veggie Garden. Вегетарианский сад, я так понимаю, если правильно переводить. То есть, а какой может быть другой сад? То есть в нем мясо в каком-то другом саду будет расти или что? Ну, вегетарианцы там же еще, да, яйца, там еще что-то, там какие-то нюансы. Так, он что-то требует. Кокос какой-то приехал взять или что? Непонятно. Так, все инструменты разносим. Лопата, ведро, секатор, да? Лопата. Все, у нас два вида лопаты. Короткая лопата, вот как... Нет, здесь длинная, да, вкапывать. А короткая, где-то еще кустики небольшие, надо, можно подкапывать. Работаем пока большой лопатой. Выкопали что-то и будем садить растение, которое, наверное, в горшке росло. И сейчас мы... высаживаем уже в дикую природу. Можно полить обязательно сразу. И какая-то пальма, что ли, выросла. Да, походу там ананас или что там. Непонятно. Ну, по-моему, даже ананасы на деревьях-то и не растут. Я точно не помню. Тут, видите, тут кокосы. Кокосы. Ананасы, по-моему, просто растут на земле. Никаких нету, наверное. Я не помню, на самом деле. Просто я где-то видел, что их искусственно выращивают, как будто они на земле растут. Может быть, они и раньше и росли на деревьях, не знаю. Но выращивать сейчас научились их, походу, искусственно, просто в земле. Как-то так, что-то такое читал. Может быть, это просто какой-то прикол был, ну не знаю. Может, действительно так. Не знаю, кому верить. Просто вот читал такую информацию где-то давно. Daycare, доктор Панда. Это детский садик. Daycare, это вот как раз до 6 лет, до 5, то, что у нас ходят. До школы это садик. Вот daycare. Ясли или садик там нет. У них, наверное, слова другого. То есть это до 6 лет, скорее всего, здесь. Так, что... Так, а нет, у нас другой клиент. Походу, вот этот клиент у нас будет. Ну что ж, садись. Что тебе надо сделать, я не понял. Ожерелье какое-то? Так, можно буквы. Все, что угодно тут писать. И отправлять. Давайте вот так. Не знаю, что тут написано. Случайные буковки. Пусть это будет как бы вариант такой мистический. Ты не знаешь, что это. И на него, да? Прям ему надо это все. Понятно. Какие-то журналы можно почитать. Baby журнал, Fashion, мода и Cool Boy еще есть. Крутой мальчик. Так, Love. А что Love не поставился? Не понимаю. А где Love ставить тогда? Ничего не понятно. Так, что можно тут разукрасить? Повеселее сделать. Мишку этого. Ох. А, больше-то и нельзя красить. Лапы, наверное, только. Розовые давайте сделаем. Не, нельзя. Так, далее что у нас? А что у нас еще тут? Рову можно взять, выбрать. Так, это что такое? Разные варианты тут найти. Готово. Готово. Хорошо. Дальше у нас Candy. Фабрика. Фабрика конфет. Candy Factory. Давайте смотреть. Candy Factory. И скоро уже выпуск заканчивается. Там еще 5 игр осталось. Что ж, конфет возьмем. Сделаем. Выпустим. Немножечко. Так, куда тут нажимать-то? Сюда, что ли?
что у нас тут что-то должно падать, да? Сюда. Дальше что происходит, не могу понять. Как все сложно. Какой-то лимон здесь. Вода какая-то заливается. Что тут делать, вообще не понимаю. Так, ладно, лимон, это понятно, сок лимонный. А что здесь справа делать? Бомбочку какую-то кинули. Покрасили, что ли, у нас теперь цвет желтый стал. И куда его, формочку или что? Электричество надо, хоп. Что-то с ним происходит. Цвет менять будет. Так, здесь у нас с левой стороны. Готовим какую-то, какой-то соус, что ли? Не знаю, что происходит. Так, ладно. Так, а тут, кстати, формочка. Надо в нее вылить слева. Только после этого лайк нажать. И тут лайк тоже. Не знаю, зачем тут красить это все. Ну так сделали, типа, это же конфеты разноцветные делаются. Я только сейчас понял, что это фабрика, типа, сахара, грубо говоря. Все с сахара делается. Без него так вообще бы ничего не было. Да, в современном мире сахар очень сильно влияет на все. Как скоро электричество будет на все влиять, когда все машины станут электрические. Вся еда сахара будет, машины все электрические, вот очень все это скоро будет, мне кажется. Ладно, все понятненько. Погнали дальше. Последние 5 игр. Train, поезд. Смотреть, что за поезд. Может, повторяется? Уже какой-то поезд был в какой-то игре. Я уже не помню, столько панд этих переиграл, что мне кажется, это бесконечно. Я играю в них. Доктор Панда Train приехал. Поехали, что тут делать? Ездить на поезде? Это тогда нормально. Панда Стейшн, короче, станция панды. У нас есть коровка, входите, пожалуйста. Все, закрываются дверьки. Наступная станция. Молодежная. Так, что тут нажимать-то? Угля добавить или что? Походу, да. Добавили угля, и он поехал, смотрите. Он реально поехал. А вот эта штука, наверное, регулирует скорость, да? Угу. Давайте еще подбросим. Или я неправильно подбрасываю? Тут надо куда-то другое место подбрасывать. Мне просто показалось. Кофе какой-то, банка кофе. Напиток, да. Газетку почитай. Ну, такая вот мини-игра про поезда. Дальше у нас кафе. Было уже кафе, но это, наверное, какое-то другое. Было несколько даже. 2-3 кафе, я помню. Здорово, доктор Панда кафе. Походу, вот точно такая же игра была. Да, мы сегодня играли. Это повтор идет почему-то. Не знаю. С чем связано, но вот за столики, я помню, садились они, да. Мы делали то же самое. Столик номер 2 вот здесь снизу был. Я давал ему двоечку, и он начинал там все делать. Все, они готовы сделать заказ. Сэндвичи. Ну вот, сэндвичи оставляем. А вам что? А мне какой-то горячий шоколад, я так понимаю, с чем-то там, вот. Все правильно, сейчас будем готовить. И здесь точно такой же заказ, горячий шоколад. Хорошо, все понятно. Единичка здесь, погнали делать. Сэндвичи. Начнем с сэндвича. Разрезаем на две части.
Так, какао, вот оно. Какао или там шоколад, не знаю. Я думаю, это шоколад. Шоколад. Горячий шоколад. Вот, походу, его и наливают. А, нет, это кофе наливают. Просто казалось, что это шоколад, а это, оказывается, кофе. Судя по всему, как в игре это все показано. Понятненько. Карнавал. Карнивал. Три игры осталось у нас. Доктор Пенда. Карнавал. Что ж тут будет у нас? Бразилия, что ли? Карнавал, карнавал. Ту-ру-ту-ру-ту. Что делать? Ту-ту-ту. Короче, карнавал имеется в виду, что просто какие-то аттракционы. Тут кнопочки, кстати, нажимаем. Выше, ниже, наверное, они будут летать. Понятно, а что еще есть? Hello. Так, леденец какой-то может сделать. Давай сделаем леденец. Так. Hello. Привет. Ну, давай квадратный тебе. Разноцветный. А, можно вот так вот, да? Я думаю, нормально. Ну все, готово, что ли? Ну так вот быстро мороженое делается. Супер быстро. Показали бы весь процесс. Там же столько ингредиентов, не все так просто. Так, ладно, идем дальше. Что здесь? Ракеты. Можно голову туда ставить. И сфоткаться. Вот как вот они. Вот, давай сюда. Да, блин, а что ты не хочешь? Во! Сыр! Чик-чик! Все. Сфоткались. И достаточно. Hello. А это что? Что-то готовить будем или что это? А, попкорн делаем. Попкорн посолить там. То все, и потом это делается. Это же попкорн вроде. Пох, сейчас будет пох-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 пох. Прям. Это как микроволновку то же самое кинуть. Я думал, специальная машина у меня какая-то. Думаю, надо пофиг, надо же микроволновку. Блин, сколько тут попкорна. Все, отлично. Хорошо, идем дальше. Две игры осталось. Мороженое. Следующая игра. Только что делали мороженое. Это же было мороженое? Да, там что-то мы делали. А, не мороженое, мы, наверное, конфеты, там, леденцы делали. Приехал мороженщик, мороженое привез. Здорово, здорово. Цвета. Поменялись. Ясненько. Такая игра. И последняя игра. Арт-класс. Искусство какое-то. Будем рисовать, наверное, что-то такое. Или мода какая-нибудь. Несколько вариантов. А, доктор Панда Арт Класс. Будем мастерить какие-то подделки, наверное, да? Давайте смотреть. Значит, что это такое, я даже не знаю. Взяли цвет какой-то. Будем делать самолетик или что? Похоже, что-то на самолетик. Ножницами надрываем что-то. А это что? Что-то мне такое дали. Не понял. А, окей. И наклеивать будем вот так вот на окно, что ли, блин? Ну, это не очень красиво. Я думаю, так никто делать не будет. Далее, что у нас идет? Ага, я понял, что-то мы сделали. Как называется эта штука, кстати? Пуговицу по центру поставим. Я не хочу ничего добавлять, честно говоря. Ну надо, походу. А, тут просто анимация со всех сторон идет. Просто разная. Вот такой финал работы.
у нас получился. Все, наконец-то я прошел, все, 37 игр, действительно, давайте посмотрим, здесь, значит, 32 и плюс 5, ну да, 37 игр, Доктор Панды, получился выпуск на 1 час 27 минут. Спасибо, что смотрели, с вами был Андромалик, до новых встреч, подписывайтесь, ставьте лайки и скоро новый выпуск, не скучайте, пока-пока. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.